Добро пожаловать в чудесный мир. 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 Этот чудесный мир зовется творчеством, и каждый метр тут наполнен волшебством. Легко ты сможешь тут воплотить свои идеи. Чего ты ждешь, дружок? Начинай скорее, главное верить, что все получится, и тебя озарят вдохновение лучики. Главное не переставать мечтать, ведь это так просто взять и творить начать. Ты в жизнь свою пусти немножко волшебства. Поздравляю, у тебя получился кусок творчества. Ой, что-то пошло не так, ох, и музы плачут, блок-блок. Получился кусок вопреки мечтаниям. Добро пожаловать в мир разочарования. Добро пожаловать в чудесный мир. 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 Он плох со всех сторон, внутри, с боков, снаружи. Ты попытался все исправить, сделал только хуже. Ты показал его папе, совета пожелав. Он отказался от родительских прав. Давай-ка разберемся, друг, как получился брак. Ты очень сильно верил, что все получится, так? А может, ты просто перестал мечтать, нет? Как бы тебе сказать? В таком случае остался лишь один вариант. Понимаешь, в тебе отсутствует талант. Ох, мир творчества не для таких, как ты, ой. И не помогут вера и мечты. Волшебный мир, он только для людей с талантом. А для тебя обычный мир, смирись ты с этим фактом. Добро пожаловать в обычный мир. 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 Но если ты не сдашься после первого провала и с духом соберешься, чтобы все начать сначала, то совсем скоро время не пройдет чуток, у тебя получится еще один кусок. Все такой же ужасный, но чуть лучше, чем ранее. Не прекращай старания, ведь все великое когда-то начиналось с кусков. Кто сказал тебе, что творчество это легко? Не слушай тех, кто говорит, мол, таланта нет. Все это чушь, ерунда и собачий бред. Пойми, дружок, талант это не волшебство, а количество часов, вложенных в мастерство. И даже не заикайся про вдохновение. Его отсутствие – это отмазка для лени. Главное – верить, что все получится. Нет, нужно приложить усилия, чтобы получилось. Главное – не переставать мечтать. Нет, нужно делать максимум, чтобы мечты воплощать. И где-то через 100 попыток, 1000 неудач, ты сможешь создавать свой чудесный мир, свой чудесный мир, свой чудесный мир, свой чудесный мир.